Страсть. Да, ребенка заинтересовал уголовник, смотри-ка. Интересная штука. Не зря пишут 3+, 4+, да? Не знает. Я как в том анекдоте. Купил конструктор Лего. На нем написано от 3 до 7 лет. А я за 2 месяца собрался. Что-то ты 2 месяца долго собрал. А как? От 3 до 7 лет. А я за 2 месяца. Это ты сам придумал? Да. Тебе говорят, анекдоты надо записывать. Получается. Сейчас сам что-нибудь соберется, придумает. Мне самому интересно стало. Я теперь. Ну, тут тоже получается прямоугольник вам нужен. Ну и куда его? А черт его знает. Мне кажется, тут деталей не хватает, да? Нет, все хватает. Здесь все хватает, просто кому-то чего-то другого не хватает, да? Здесь все хватает. Квадрат. Квадрат. Что-то мы и так, и так. Нет, тут взрослый. У тебя же память хорошая, как она? Да ну я думаю. Вот тебе надо какие, папа, игрушки-то дали. Это как они забрали, люди, как? А ты не помнишь, какая была? У тебя же память хорошая. Забыл, как они были? Ну, не так. Ну так вы только что сейчас собирали. Ты как-то был по-другому. Папа, ты не помнишь? У тебя же хорошая память. Не помню. А что ты не запомнил-то, прежде чем раскладывать? Да надо было сфоткать, действительно. Ну, так интересней. А то сейчас на фотографии посмотрели, быстро собрали бы. А так будем долго мучиться. Долго, да. Вот так было. Вот. Да нет. А тут, кстати, не смотрю, у него неплохо стал тут этот квадрат. Но он все равно. Да нет, широковато получается, да. Давай дальше папа сейчас будет. Папа сейчас будет думать и собирать. Да, 3+. Кстати, я ее купила в Ашане, она что-то дешево стоила. А может... Не так. То есть, а я что-то новое придумал. Не так. Что такое сделать? Вытащил квадратик. Что ж такое играет на пианино? Вот аж там дежурный. Ну не так. Ну так мы уже много раз собирали. Ну там лишние я. Лишнее. Там не лишнее, там не хватает пару штук. Так, Дим, сейчас папа собирает, потом ты соберешь. Если у папы не получится, будет твоя очередь собирать. Да, у мамы тоже не получилось особо. Чего ты лежишь туда? А папа прям будет собирать, да? По башкам дежурный. Дима! Дим, сиди спокойно. Ну потом сейчас, если у меня не получится, я тебе отдам. Ты будешь собирать. Треугольник. Дим. Тихо. Так, ну Дима. Дим. Опять, по-моему. Не в том месте ты вылазишь. Вот. Где ты вылез? Через папу. Взрослая. Обхвалился. А сам... Чья это там попка? Сейчас. Пощипаю тебя. Ползаешь тут. Ой. Через так, папу. Все, давай, Дим, теперь твоя очередь. Что, все? Не получилось у папы. Ты же сказал, что нет. Ты самый умный. Ну, поспешил немножко с выводами. Да. Давай, теперь Дима собирай. Потом, если у Димы не получится, опять мама. Потом опять папа и так далее. Расскажи анекдот пока. Ну, я не знаю, какой анекдот.
сказать. Ну, тебе полно, что ты придумываешь сам. Выдумщик анекдотов. Ой, ну не знаю, не помню. Расскажи за это про ЖД вокзал. Добро пожаловать там. Да ладно, я же рассказывал тебе на камеру. Нет, ты его не рассказал мне на камеру. Рассказывал. Ну, расскажи. Рассказывал. Да я не люблю сниматься, Заня. Ты ну, расскажи. Ну, я давай без камеры расскажу. Без камеры рассказывал. Я хочу его услышать. А ты выключи камеру, я тебе расскажу. Ну, я хочу услышать. Да, я потом пересмотрю еще. Я не люблю еще. На камеру, Заня. Давай. Ну, не хочу я на камеру. Ну, давай. Ну, ты же рассказал. Вот, видишь, даже это знак был. Что такое знак? Знак, что надо про ЖД поезд рассказывать. Пришел. Про ЖД, давай. Ну, хорошо. Стоят, значит, на перроне люди. Ну, вот. Ждут поезда. А женщина-диспетчер, значит, объявляет. Поезд Москва-Куртутю прибывает на седьмой путю. Все побежали на седьмой путь. Побежали, прибегает, поезда нет. Женщина такая, ха-ха-ха, я шучу. Ладно, дальше стоят. Она опять, поезд Москва-Куртутю прибывает на пятый путю. Все побежали на пятый путь с сумками, с чемоданами. Прибегает, поезда нет. Она опять, ха-ха-ха, я шучу. А потом такая говорит, пока я с вами шучу, поезд Москва-Куртутю, тю-тю. Тю-тю. Что ж там в конце? Так, а ты собирай давай. Пока я с вами шучу. Не получается маме отдавай. Вот. Покажи. Покажи, Дим. Дима. Покажи. Ну что, делал же только что. А папа все собирает. У меня же голова от нее болит. Ты делал?